Grazie! Никита, беги! Беги! Вот это футбол. А, не сучи наш дичь. Забивай туши сразу. Подними голову. Ань, помогай. Ничего, ничего. Ничего страшного. Ой, ну, куда так сильно, блин? Ой, слишком маленькая для таких ударов. Да, что, Серегу поменяли? Не знаю. Тормозил его немножко. Сейчас он там стоял. Расскажет? Стоят, он всегда хорошо стоит. Никит, иди поближе, куда ты идешь? Да я не... Ничего страшного. Я ж не могу. Нельзя. Молодец! Догони его! Для команды не вообще так делать, если тебе не нужно. На замене больше людей сидит. Реально, на замене 7 выбирает. Играют 5, да? Ну, Ян Янович, вторую команду можно сделать. Смотрите, но на замене больше людей сидит, чем играет. Какой смысл в этой замене там? Дети играть хотят, а не сидеть. Бабло, это все бабло. Два игрока поставили же на замену, и достаточно. Ну тут 2-3 максимум. Молодец! Ну вот он как бы не то что меняет, а сидят дети. Они же играть помогли, подойди, где там пасы? Нет, просто я в следующий раз вообще не поеду. Ну, нам это надо. Я вообще из-за такого судейства вообще не поеду и платить не буду. Хватит. Цирк устроили. Пас! Нормально все. Играй! Обыграй его! Молодец! Пошел, пошел! Пас, давай! Ну! Ну все равно! Играй! Не, просто если не нужен игрок, то зачем? Спокойно! Чтобы денег просто заработать. Так и скажи, что вот сдай, но можно не ходить. Никит! Просто сдай денег, я бы, может быть, понял. Ну надо денег, но сдам на них. Ну если 18.